Я всех приветствую. Транслирую экран. Светлана, только скажите, как видно и как слышно? Видно и слышно. Хорошо. Сегодня я буду рассказывать про такой инструмент. Называется он Топлинк. Топлинк.ру сайт. И давайте посмотрим, для кого этот сайт и как он вам пригодится в продвижении вашего бизнеса, либо для популяризации своего бренда. Топлинк – это такая платформа. Здесь можно зарегистрироваться, просто лишь указав свой email. Кому это нужно? Это нужно бизнесу, популярным людям, интернет-магазинам и практически каждому человеку. Получайте больше обращений и продаж в социальных сетях. Пользуюсь Топлинком уже около 4 лет. И на платной версии, и на бесплатной версии. Сейчас будем разбирать подробнее. Топлинк позволяет рассказать больше о вас и вашем продукте, увеличить продажи, разместить несколько ссылок вместо одной, связаться с вами в один клик и принимать заказы и оплаты онлайн. Не нужно быть дизайнером или программистом без специальных навыков, со смартфона или планшета он работает. Под видео я прикреплю ссылочку. Здесь партнерской программы нет. Зарегистрируйтесь и при желании будете пользоваться. Больше 30 инструментов для создания красивой и эффективной страницы. Создайте ссылки на мессенджеры для связи с вами в один клик. Получайте больше обращений от потенциальных покупателей через мультисылку Топлинк. Здесь можно привязать социальные сети. Вот буквально за 5 минут до вебинара я прикрепила сеть ВКонтакте. Остальные еще не успела, сидела, разбиралась. Создавайте любые формы и принимайте оплату онлайн через популярные платежные системы. Сделайте процесс оформления покупки и оплаты удобным. Вот такая вот красота, это как ваша визитка. Какие здесь есть тарифы? Бесплатно навсегда базовый тариф. Что здесь можно делать? Неограниченное количество ссылок, текстовые блоки и заголовки, блок вопросов и ответов, готовые темы оформления, статистика просмотров страницы и совместный доступ. В Pro. Все, что есть в базовом комплекте, я вот Pro активировала за 1080 рублей в месяц. Выгоднее сразу на 12 месяцев. Все, что есть в базовом комплекте, то есть в тарифном плане. Отображение блоков по расписанию, аналитика кликов по ссылкам, ваш собственный дизайн, кнопка связи через мессенджеры, кнопки социальных сетей, использование картинок и видео, вот это вот мне очень помогает, использование блока карты, HTML-кода, Facebook Pixel. Много чего еще не пользовалась, пользовалась только кнопка связи через мессенджеры, через социальные сети и видео прикрепляла, и картинки прикрепляла. Базовый, самый популярный, но ни разу им не пользовалась. Все, что есть в Pro, создание внутренних страниц, таймер обратного отчета, скрыть логотип Топлинк на странице, подключение домена, CCL-сертификат для вашего домена, форма для приема заявок, интернет-магазин, уведомления в мессенджеры, прием платежей, интеграция с онлайн-кассами и SRM-система. Уже более 4 миллионов создано за все эти годы. Как зарегистрироваться? Просто пишите свой email и создаете Топлинк. Здесь вот есть поддержка, канал в Telegram, отзывы, предложения. Как выглядит мой Топлинк? Он выглядит пока что вот так. Может быть, что-нибудь я здесь поменяю. Загрузила я сюда свой аватар и написала вот так. Занимаюсь я бизнесом в интернете более 10 лет. Вам поступил подарок. Секундочку. Подарочек. Подарочек.
Если у тебя нет нефти на огороде, тебе необходимо срочно прочитать все, что написано ниже, 2-3 раза подряд и принять решение. Я обучаю делать деньги из воздуха. Беру любого человека, обучаю его делать деньги из воздуха. Если ты боишься рисковать, тебе не надо это читать, тебе дальше можно ходить на проклятую работу. В любом бизнесе есть риски, гарантий нет, и можно потерять деньги. Но и можно разбогатеть, как в сказке. Ниже представлены ссылки на проекты, которые я на данный момент продвигаю. Связаться можно со мной в Telegram. Но вот это вот я уберу, и так как я активировал тариф Pro, здесь будет ссылка на мой Telegram, она будет кликабельная. Что у меня здесь есть? Я качаю несколько тарифов. И поэтому у меня, мне выгодно иметь топлинк. Вот, например, в Инстаграме можно прикрепить вот в профиле одну ссылку. По-моему, кто-то несколько прикреплял. Вот я вчера видела. Надо разбираться. Вообще, раньше было можно прикрепить одну ссылку. Или вот, например, ВКонтакте у меня стоит в профиле. Вот топлинк, получаю денежки сразу в нескольких проектах. Знакомься по ссылке. Если человек нажимает топлинк, его перекидывает вот сюда, на эту платформу. Он здесь изучает информацию. Описание, название, описание. Вот если он школа лидеров, например, ему понравилось, его сразу перекидывает на Telegram, на регистрацию. И так, отмену нажму. И может сразу посмотреть видео. Здесь я прикрепила видео. Можно же сразу здесь смотреть, не переходя в YouTube. Хотя это ссылка на YouTube. И причем после просмотра высвечиваются здесь мои другие рекомендованные видео. Вот видите, конференция на карту, там как работать с кошельком Payeer, и вот так листаете, много-много других рекомендованных моих видео. Вот проект «Всем миром», я его продвигаю уже 10 лет. Сейчас я покажу, как прикреплять видео. То есть если человек перейдет, кликнет по этой ссылочке, то его будет перекидывать как раз сразу на главную сайта. И если он нажмет присоединиться, вот принять участие, то человека будет сразу вести под меня. И так вот все проекты, которые я качаю, я их сюда, все эти ссылки на регистрацию сюда залила. Автоворонку сюда прикрепила, также им потом делаю рассылку в автоворонке. Здесь в Surferner'е это помощник, сервис-помощник, где я рекламирую свои проекты, заказываю просмотры на YouTube, например. Ну, также есть партнерская программа. И продукцией Enel пользуюсь более 5 лет. Особо я, ну, вообще, вернее, я ее не продвигаю, я только пользуюсь этим продуктом для здоровья. И, ну, кто-то зарегистрирует, кто-то, может, чай купит, кто-то коктейль купит. То есть здесь моя ссылка тоже зашита. И ВКонтакте, если человек нажмет. Если он не ВКонтакте увидел, а, например, в Ютубе увидел, либо в Инстаграме увидел, либо в Одноклассниках увидел, ну, перейдет и мне напишет ВКонтакте, например. Теперь как ставить эти самые ссылки? Нажимаем «Добавить блог». Нажимаем «Ссылка». Вот у вас есть какой-то проект, и вы пишете, например, проект «Джин Мани проект». И под заголовок, то есть небольшое описание. И описание, ну, можно там 2-3 строчки. Здесь веб-сайт, либо позвонить, либо отправить смс, либо перейти к блоку. Ну, обычно я пишу веб-сайт вот здесь, то есть выбираю. Вот здесь вот ссылку ставлю реферальную и нажимаю «Сохранить». И вот так вот появляется. Как ставить? Вот как раз я... Сейчас, секунду.
как раз хотела по эстафете сюда поставить видео. Благотворительная эстафета. Либо благотворительный марафон. Можно даже и то видео поставить по проекту «Всем миром». Два видео. Потому что здесь две программы с бинарным и с линейным маркетингом. Профессиональные. И нажимаю «Добавить блог». Как раз вот мне надо, чтобы он был под проектом. Не где-нибудь там внизу, а вот у меня идет проект, далее видео к нему. Опять идет проект, далее видео к нему. Добавить блог. Нажимаю видео. Ссылка здесь только на YouTube. Можно, кстати, воспроизведение включить. Человек, когда будет нажимать топлинк, и сразу у него будет автовоспроизведение на компьютере. То есть на смартфоне нет, на компьютере. Но иногда это может людей раздражать, поэтому я не включаю. Нажимаю «Сохранить». Вот он у меня где-то внизу. И можно передвигать. Он должен быть под проектом «Всем миром». Значит, я беру и вот так вот передвигаю вот сюда. Сейчас прогрузится. Интернет притормаживает у меня. Пока он загружается, я возьму еще другое видео по марафону. Ниже загружу. Веду свой канал с 2013 года. Сегодня, кстати, мне написали, хотели мой канал купить. Нет, он не продается. Он для меня бесценен. Нажимаю «Видео». И ищу. Вот, благотворительный марафон. Копируем ссылочку. И ставим также «Добавить блог». Видео нажимаем. Ставить, сохранить. И двигаем, куда нам нужно. Вот они уже прогрузились. Вот раз. И эстафета еще должна прогрузиться. Здесь можно, например, какие-нибудь картинки по продуктам. Ну, я сейчас просто покажу. Не готовила я никакие картинки. Вот карусель картинок добавить. Не только видео, но и какую-нибудь картинку. Новый слайд. Вот загрузить картинку. Либо одну можно, либо несколько можно. Ну вот, например, ага, по проекту «Всем миром» у меня уже была заготовленная картинка. Автоматическая смена слайдов. Если здесь несколько, например, еще по этой же теме, то автоматическая смена слайдов здесь может быть каждые 5 секунд или каждые 10 секунд вот, включить, чтобы они ну, сами автоматически показывались. Ну, либо не включать. Ну, вот так вот получилось. И двигаем, куда нам нужно. Ну, чтобы много-много всего не было, чтобы глаза у человека не разбегались, такую длинную портянку я не советую. Я это просто показала. Как ее убрать? Нажимаем вот сюда вот три полосочки. А, так. Подзабыла уже. Что-то у нас с интернетом сегодня. Должна нажиматься, она не нажимается.
Хотела показать, как удалить. Удалить блоки. А, вот сюда перенесли. То раньше можно три полосочки нажимать и все. Вот этот блок, мне надо удалить картинку. Все, я беру и удаляю. Итого, у меня бот «Школа лидеров» и видеопроект «Whole World». Два, ну, здесь не прогрузилась у меня эстафета из-за плохого интернета по марафону. Вот два видео здесь. Ага, все прогрузилось. Автоворонка, и все они кликабельные. Все, где брать ссылочку? Вот моя ссылка. Вот мы ее копируем и ставим туда, куда нам нужно. Здесь мы можем отслеживать статистику, сколько посетителей было за день. Сегодня у меня не было посетителей. Вчера были посетители, 4 человека посмотрели ссылку. Я ее, кстати, выставила 3 дня назад. Раньше пользовалась, потом не пользовалась, потому что была только в «Дари, получай», потом стала качать несколько проектов, в общем, опять стала пользоваться. Почему бы и нет? О, аж 10 человек просмотрели вчера вот ссылочку. То есть, если ее продвигать, то люди будут смотреть. Соответственно, люди будут интересоваться, чем вы занимаетесь. Так, сейчас отвлекусь. Подарочки поступают в проекте на карту. Дальше здесь заявки. Ну, заявками я тоже еще не пользовалась. Может, у кого-то интернет-магазин здесь можно, ну, только на бизнес-тарифе это все оформить. Какие товары? Тоже на бизнес-тарифе дизайн. Тут цветовую схему, свой дизайн можно. Вот здесь вот совместный доступ еще с кем-то вы можете участвовать. Например, с родственниками или с мужем, или с женой, кому доверяете. Вот такие вот дизайны разных цветов. Синий, зеленый, красный, какой угодно. Так, в принципе, все. Это я не изучала еще. Все, запись отключу.